14-летний виновник ДТП, сбивший насмерть девушку в Кызылорде, может избежать ответственности. Об этом сегодня заявила сестра погибшей Сания Абдулаева. Полиция Кызылординской области завела 2 уголовных дела, но потом оба закрыла. Неужели за гибель молодой девушки никто не ответит? Ардак Камал разбиралась. От безысходности Сания Абдулаева приехала в Алматы. 28 декабря 2018 года в Кызылорде в ДТП погибла ее сестренка, 22-летняя Саида Абдулла. Машиной управлял 14-летний подросток. Саида была в коме, но скончалась, не приходя в сознание. После публикации в соцсетях началось следствие. Уголовные дела завели на подростка и его маму, которой принадлежала машина. Первое дело закрыли из-за возраста водителя. По второй статье следователи искали свидетелей. Свидетели, которые лично видели 28 декабря, как она передавала своими руками ключ своему несовершеннолетнему сыну. Это доказать просто невозможно, потому что мы должны были предвидеть и предугадать это ДТП, поехать к ним домой, отправить к ним свидетелей. По словам Сании, за рулем внедорожника был сын почетного гражданина Кызылорды. Родственники Саиды нашли свидетели, которые видели подростка за рулем, но очную ставку с ними не провели. Мы будем заявлять целый ряд ходатайств в адрес этого органа, ведущего уголовного процесса. По словам потерпевшей стороны, мать подростка признала, что на машине отправила сына к бабушке. Уголовные дела закрыли, но 10 апреля прокуратура Кызылординской области отменила решение о прекращении уголовного дела в отношении мамы подростка. Дело направлено для производства дополнительного расследования. Автотранспортные средства находятся на штрафстоянке. Родственники погибшей жалуются также на норму закона, которая не позволяет привлекать к ответственности лиц, не достигших 16 лет. Они боятся, что 14-летний подросток, который якобы совершил наезд на пешехода, почувствует безнаказанность. И других людей может постигнуть участь Саиды. Ардак Камал, Рената Булхаиров, Информбюро, Алматы.